Приветствую, друзья! Купила я квартиру. Это такая небольшая студия. Общая площадь 12,6. С евроремонтом, с натяжными потолками. Вот такая планировка. Сегодня сюда привезут мебель, и я буду все показывать. Вот такой дизайн получился. Welcome! Здесь у нас прихожая. Прихожая с ящиками. Здесь вешалки для верхней одежды, для шапок, перчаток. Здесь всякая всячина. Здесь обувь. Здесь сапоги. Кухня у нас в прихожей. Здесь шкаф. Есть все необходимое. Будет еще электроплита вот здесь стоять. Есть еще общая кухня с газом. Новый холодильник. Стул. Компьютерный стол. Здесь у нас шкаф с полочками для белья. Я уже самое необходимое сюда положила. Сушка для белья. Вот такие шторки. Окно у нас новое. Сеточку закажу. Можно так открывать. Можно так открывать. И обратите внимание, есть антенна. Это второй этаж. Абсолютно новый диван. Еще на нем никто не спал. Он раздвигается, и там есть ящик. Стиральная машина на 3,5 килограмма. Мойка со шкафчиками. Здесь шкаф для хозтоваров. Здесь у нас импортный унитаз стоит. Полочка для шампуней. Душ-трап. Ничего у вас брызгать не будет. Висит у нас клееночка. И бойлер на 30 литров. Все здесь работает. Счетчики на воду. Вот, все включается. Все выключается. Так что я думаю, здесь одному человеку будет очень уютно. Сижу я на этом диванчике.